Привет, сиракезы смотрящие. Лето прошло, и вот доказательство того, что не за горами морозы, журавли. Курлыча летят в южные страны. Заметил я это вчера, вот это видео вчерашнее. Получился какой-то такой, прямо, знаете, воздушный день, в смысле небесный день. Потому что все, что связано, все, что я снимал, все связано с небом. Сначала журавли утром летели на юг, а потом к вечеру прилетели аж несколько Карлсонов, как я их называю. Ну, правда, хорошие такие вот мужчины, которые с пропеллером жужжат, как говорила Фрекенбок. Очень напоминают Карлсонов, если бы не этот вот параплан сверху. Крыло чистейшей воды Карлсоны. Замечательно за ними наблюдать, особенно заметил, появляются Карлсоны всегда, когда полный штиль, красивейший закат, и я их даже понимаю. Вот видите, самолеты, ну то есть вообще какое-то провидение такое напало, все связанное с небом в этот день. Ветер наверху, смотрите, какой сильный, он идет против ветра, видно, идет как бы в гору, очень высоко забрался. Ну, хотя при этом полнейший штиль на земле, вы видите, абсолютно вот не ветерочка. Вон, смотрите, как штанина разбивается. Можно только, ну сейчас он спиной к солнцу, но можно только позавидовать этой красоте, которая у него открывается перед глазами, с неба, так скажем. Потому что одно дело видеть это через дрон, объектив дрона, когда это поднимешься, посмотришь на солнышко. Красота. Ну и вот в такую погоду замечательную, подсветка от солнца, видите, можно даже увидеть какой-то межконтинентальный лайнер. И, кстати, над нами они сейчас летают очень часто. Почему? Потому что облетают Украину, вы знаете, да, запретная зона, Беларусь, Украина, там много запретов через эти страны, а это большая территория. Если посмотреть на Flight Radar 24, то видно, что вот над Резекне как раз происходит такой маневр, крюк. Наверное, многие замечали, если посмотреть на инверсионный след самолетов этих, как они идут. Он над Резекне, ну, примерно там над Резекне. Это, конечно, не именно над Резекне, а вот мы видим этот крюк, где самолет, идущий с востока, вдруг резко поворачивает на юго-запад, так скажем. Вот это вот они облетают Беларусь до Украины. В общем, вот такие вот полеты. Вечером было чем заняться, наблюдал за ними. Мне это понравилось, жужжали, мешали работать, отвлекали. Но зрелище прикольное вот в лучах заходящего солнца понаблюдать за карлсончиками. Вот он в елку влетел, покружился там и из елки вылетел. А я как раз занимался там ужином на природе. И вот они меня, собственно, нагоняли аппетит. Всем удачи, всем пока. Все, лето заканчивается. И вот полнолуние такое замечательное. Вышла луна. Всем пока.